Осторожненько, тихонько, тихонько. Но мы в музыкальной школе. Тепло, а как ветер, холодно. Как это я не ваша? Всего хорошего. Спасибо. 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 Не расстраивайтесь только. Побитые, вот, и ничего. Всем большой привет. Сегодня мы будем раздавать наборчики на поселке Мирный. Раздавать будем покорельцам и тем, у кого ничего не осталось. Я благодарю всех, кто принимает участие в этом деле. Мы приехали к Александру Ивановичу, бабушке Рай. Яна приехала, говорит. Ждут. Заходите сюда. Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте, но мы далеко не будем, я знаю. Ничего, сюда. Сюда надо заходить. Здравствуйте. Здравствуйте, Яночка. Здравствуйте. Александр Иванович, бабушка Рая, мы приехали поздравить вас. Подарочек вам. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, здоровья вам пожелать. Спасибо большое. И мы тоже вам. И вас тоже с Рождеством. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Спасибо. Вам. Да. Счастливо. Спасибо. И вам всего-всего доброго. Всего спасибо. Доброго. Хорошо все у них. Спасибо. Вас тоже. Пожалуйста, с праздником. Вам. Спасибо. Давай. Осторожненько, тихонько, тихонько. Вот молодцы у них. Ну что, все хорошо, все сделали, все поработали. Спасибо, и красоту девушка. Навели, и все покрасили. Да. Спасибо. Надо, сами лазили, надо делали. Трудиться. Как же? Молодцы. Что поделаешь. Оксана Васильевна, мы в музыкальной школе. Нам передавала женщина пластинки. Все передаем. Всего все хорошего вам. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Да. Художественные у них здесь. Угу. Занятия проходят. Это дети рисуют. Очень много детей. Говорят, больше 200. Новогодние рисуночки. Угу. Всего хорошего. Здравствуйте, бабушка Маша. Здравствуйте, здравствуй, Яночка. Я говорю, хай заходят в гости, даже и без пайков, без ничего, но пусть проходят. Здоровья вам. Спасибо, и вас тоже, с Рождеством, со всем. Здоровья, чтоб... И чтоб уже не стреляли, чтоб все было благополучно. Ой. Да, и вам всего Ой. Хорошего в новом году. Спасибо, Яночка, спасибо. Пожалуйста. До свидания вам. Счастливо. Спасибо, подарочек вам. Да. Яночка, дай вам Бог здоровья всем, чтобы были все живы и здоровы. Спасибо. Все, мы поехали, Маша. Мы приехали к Тамаре Николаевне. Мы дома, она уже увидела нас. Я думаю, в окошко. Покричу, чтобы она не испугалась. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамара Николаевна. Я только калиточку закрыла. А мы ее целый день открыли. Были открыты. А мы приехали поздравить вас. Вас тоже пожелать вам здоровья, добра, мира. Угу. И подарочек вам. Давайте. Кошечка на улице. Ой, ну пусть полетит. Как это вы надумали? Тепло у вас. Ага. Газ этот самый, конфорки включаю в коридоре тут. Тепло. А как ветер, холодно. Ну, я что сделаешь? Что сделаешь, ой боже. Квартиру пока не дали. Все равно ждем. Что? Дай бог. Все. Да. Дай бог. Вы да. наша? Конечно. Или с ними? Как это я не ваша? Не, ну вы местная. Вообще, ваша. Почтальон, ты не помнишь меня? Ну, что не помню? Ну, так... Наверное, через калитку перелез и... Дотянулся. Там... Дотянулся. Ой, молодец. Томочка, мы пойдем, солнышко. Нас темнеет на улице. Хорошо. И люди нас ждут. Хорошо? Хорошо. А ты, Жанна, не стареешь, не болей? Да. Да нет. И не унывать. Желательно не болеть и не стареть. Да. Уже все. Но потихонечку можно идти теперь снова закрывать. Уже 9-й десяток. Ничего, нормально пока. Так что уже пора, наверное, бабки. Ну, пойду я. Ой, палочку возьму я. Хорошо. Спасибо вам. Пожалуйста. Дай Бог до свидания вам. Счастливо. Всего хорошего и вам. Спасибо. До свидания. Мы приехали к Валентине Анатольевне, которая болеет Проходите, раком. Ну, сейчас, давайте вы первые давайте, покажете давайте, нам. Давайте, давайте. Валентина Анатольевна, здравствуйте. А мы приехали поздравить вас. Это вам. И подарочки вам. Здоровья вам. Спасибо большое. Спасибо. Это чуть-чуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Что такое? Чем мы так с кисленько? С 5 числа не могу ходить.
Валюш, все будет хорошо. Ну, какие наши годы? Слушай, что ты в самом деле? Буду ходить. Все хорошо, будешь, а ты куда денешься? Вот и хорошо. Денешься? Буду ходить. Все хорошо. Так получилось, что... Ничего. Все нормально. Тягаю ноги, не могу. Меня. Поправляйтесь. Ой, поправляйтесь. Спасибо вам. Здоровья вам. Спасибо и вам здоровья всех. Семейное благополучие. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Не расстраивайтесь только. Не расстраивайтесь. До свидания вам. Счастливо. Ой, до свидания. Спасибо большое. Пожалуйста. Всем. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Нормально. Валентина прошла курс химиотерапии. Особенно желаем вам здоровья в этом году, чтобы вы поправились. Спасибо, спасибо. Да, поэтому с ногами теперь поправлюсь, осложнения. Буду лечиться, ну ничего, поправитесь. Я должна 90 лет прожить. Да, не ограничивайте себя. Не ограничивайте. И чтобы в следующий раз мы вас там встречали. Хорошо? Спасибо. Я не ожидала даже, что-то и не это самое. Спасибо вам большое. Пожалуйста, пожалуйста. И вам. Спасибо. Всего спасибо. Хорошего. С праздниками. И вам здоровья. С праздником. Семейное пожалуйста. Благополучие. Спасибо. Павел Семенович. И Анна Григорьевна. Анна Григорьевна. Мы приехали поздравить вас. Подарочки вам привезли. Спасибо. Вот вам два наборчика вам. За вот ставьте тут. А я только пюре сварила, думаю. Вот это самое. Маленький. И набор личной гигиены тоже поставили. Вот еще вам. Как дела у вас? Как дела плохие? Да. С ногами заболел. Что-то. Заболели. Дальше. Поправляйтесь. Ну, дров невозможно врубить, заканчиваются дрова, и дальше, ну, невозможно сходить в магазин, вот, прикутый до койки. Прикованный до кровати. А. Ну, хорошо, жена в магазин может приходил сходить. С утра. Вот. А сын может помочь дрова нарубить? Да он, у него своих проблем много. Дальше. Своих проблем много, говорит. Спасибо говорит, вам что большое. Дети помогут. А я слышу, собака разрывается, думаю, выйду гляну. Дровами. Ну, что делать? Да, вы собачку придержите. Да, 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 да. До свидания вам, поправляйтесь. Счастливо, да. Счастливо вам, счастливо. Да. Вот государство. В прошлом году замеряли эти окна, все побито, вот, и ничего, обещали восстановить что-то, ничего не это. Не восстановили пока, не, да, пока не восстанавливают не, на мирном дома, не. И окна разбиты так и остались. Побиты, вот. Побиты, да. Вот здесь и... Здесь тоже разбито, да? Да. А не холодно вам? Не. Нормально, да? Я, когда холодно, я двумя одеялами укрываюсь. И печку там а топят. Бывает, натопят, и вот от этой стенки невозможно скрыть ноги. Жарко, вот, да? Жарко, я бывает. Хорошо. Ага, хорошо. Да. До свидания вам. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Вы хорошая да, девочка. Поняла. Дочке квартира сгорела на Лёмберу. Вот, они тоже не в своем доме. И у нас сейчас плоти на квартиру пошла, бо они у тебя внучки одной. До свидания вам. До свидания. До свидания. Выздоравливай. Да. Тёща, он пришли тебя поздравлять. Нина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. А мы приехали поздравить вас. Спасибо. Здоровья вам. Сидите, сидите. Всего хорошего вам и подарочек. Это вам. Спасибо. Ну. Сидите, сидите, не вставайте. Отдыхайте. Как вы живете? Как... У нас спасибо. Все хорошо. Вот ездим по поселку, раздаем подарочки людям. Понятно. Настроение стараемся поднять. Молодцы, спасибо. Пожалуйста. Спасибо и вам большое. Всего хорошего. В новом году. Хорошо. Да. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Счастливо. Все, побежали. Уже потемнело, мы бабушке Рае поздравить. Да. Здравствуйте. Бабушка Рая, здравствуйте. Здравствуйте.
Холодно, мы чуть-чуть зайдем. Вы проходите, а мы отсюда. Пожалуйста, проходите. Ты что хрипишь? Ой, Ваня, третий месяц. Не могу выбраться никак. Это завал какой-то. С 6 октября болит. И никак не выберусь. И когда выберусь, неизвестно. Вот горло не болит, а говорить не могу. Тяжело становится. Бабушка Рай, а мы приехали поздравить вас. Подарочек вам. Это вам. Спасибо. Подарите. Я потом занесу. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста. И вас. Здоровья вам, благополучия вам и вашим всем. И всем, спасибо. Всем. Спасибо. Спасибо. И вам поправляться. Ой. Здоровья вам. Да, куда ж уже надо поправляться. Я не в магазин не хожу. Я никуда не хожу. Мне все привозят. А помогают. Соседи, да? Нет, это хозяйка магазина. О, хозяйка. Молодец какая. Она. А так никуда. Вот это не которая месяц. Праздник устроила? Да, да. Вот какая молодец. Третий месяц. Спасибо вам, Марина. Никуда. Это ужас. И вот никак. Не выберусь. А где моя тачка? Тачку не вижу. У гаража, Валюша. А, все. Гараж закрытый. Накрытый, закрытый. Тачка цела. Хорошо. Заберете тачку свою, тетя Валя. Не переживайте. Да. Попользуйтесь. До свидания вам. До свидания. Поправляйтесь счастливо обязательно. Счастливо. Спасибо. Вам. Всех благ вам. Спасибо. Чтоб у вас было все-все хорошо. Спасибо. Все. Счастливо. Счастливо и вам. Я снова хочу выразить огромную благодарность всем людям, которые принимают участие в нуждах других людей. Пусть ваша доброта вам обязательно вернется. Я желаю вам счастья, здоровья и мира. Отдельно благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Я вам очень благодарна. Спасибо вам большое и всем пока-пока.